Привет, друзья! С вами снова Анна, и вы смотрите канал Authentic Russian. Сегодня я зачитаю вам 10 русских скороговорок. 10 русских скороговорок. Скороговорки, как известно, очень эффективны при изучении языка. Они не только обогащают словарный запас, но и помогают улучшить дикцию и произношение. Также я хочу вам дать полезный совет, как наиболее эффективно использовать скороговорку. Для начала прочитайте скороговорку про себя. Затем прочитайте ее вслух, но не торопитесь, прочитайте ее по слогам. На этом этапе главное запомнить текст скороговорки. И только после этого вы сможете постепенно увеличивать темпы произношения. Также попробуйте произнести скороговорку как стихотворение или даже пропеть ее. Ну а теперь перейдем непосредственно к скороговоркам. Каждую скороговорку я прочитаю 2 раза. Два. Два. Первый раз я прочитаю ее в обычном темпе, а второй раз я прочитаю ее настолько быстро, насколько у меня получится. Итак, поехали. Первая скороговорка. От топота копыт пыль по полю летит. От топота копыт пыль по полю летит. Следующее. Батон буханку баранку пекарь испек спозаранку. Батон буханку баранку пекарь испек спозаранку. 33 корабля лавировали, 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 да не вы лавировали. 33 корабля лавировали, 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 да не вы лавировали. Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь. Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь. На дворе трава, на траве дрова. Не руби дрова, на траве двора. На дворе трава, на траве дрова. Не руби дрова, на траве двора. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека руку в реку, рак за руку, грека цап. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека руку в реку, рак за руку, грека цап. 4 черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж. 4 черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж. Кукушка кукушонку купила капюшон. Надел кукушонок капюшон, как капюшоне он смешон. Кукушка кукушонку купила капюшон. Надел кукушонок капюшон, как капюшоне он смешон. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. Не жалела мама мыла. Мама Милу мыла мыла. Мила мыла не любила, мыла Мила уронила. Не жалела мама мыла. Мама Милу мыла мыла. Мила мыла не любила. Мыло мило уронило. И напоследок я хочу вам посоветовать проговорить скороговорки с друзьями. Это не только полезно, но и весело. Итак, если видео было для вас интересным и полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии. И увидимся в следующий раз. Пока-пока!